Глава Кыргызстана Садыр Жапаров на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в городе Нью-Йорк, встретился с президентом Швейцарской конфедерации Ньяццо Кассисом. Обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества по всем направлениям, которые представляют взаимовыгодный интерес для стран, а также ситуация на кыргызско-таджикской государственной границе. Говоря о двустороннем сотрудничестве, Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что кыргызская сторона заинтересована в активизации политического диалога со Швейцарией. Кроме того, относительно сотрудничества в области охраны окружающей среды Кыргызстан придает большое значение вопросам адаптации к изменению климата и повышения стабильности на всех уровнях. Он отметил, что как в Швейцарии, таяние ледников в Кыргызстане несомненно отразится на водно-энергетическом балансе всего региона и повлияет на общественно-политическую ситуацию в стране, в странах Центральной Азии. Говоря о ситуации на границе, Садыр Жапаров подчеркнул, что таджикская сторона заблаговременно вывела свои войска к кыргызской границе и атаковала пограничные гражданские объекты и населенные пункты на кыргызской территории, используя свои вооруженные силы и тяжелую военную технику. При этом он подчеркнул, что боевые действия происходили на кыргызской территории. В свою очередь, президент Швейцарии подчеркнул о своем намерении укрепить и развить в дальнейшем уже хорошие двусторонние отношения. Он отметил, что готов поддержать все демократические инициативы Садыра Жапарова, которые он ведет с начала своего президентства. В ходе беседы Ньяццо Кассис выразил главе государства соболезнования в связи ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Также поблагодарил за детальную информацию о сотрудничестве стран Центральной Азии. На 14.00 в Баткенской области обстановка относительно стабильная, сообщил первый заместитель полномочного представителя президента в регионе Марафхун Тулаев. По его словам, в районах, где произошли вооруженные столкновения, началась восстановительная работа. Энергетики усиленно работают над восстановлением электроснабжения. В настоящее время подключены к электричеству 9831 дома. Работники Минтранса восстановили для проезда транспорта разрушенные дороги и взорванный мост, сообщил чиновник. Чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия Улукбек Марипов вручил верительные грамоты хранителю двух святынь королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль-Сауду, сообщает пресс-служба МИД. Марипов передал королю Саудовской Аравии слова приветствия и наилучшие пожелания президента Садыра Жапарова. Посол заверил, что в ходе своей дипломатической миссии приложит максимальные усилия для дальнейшего укрепления кыргызско-саудовских отношений. Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд выразил свое глубокое почтение Садыру Жапарову, а также подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества с Кыргызстаном и пожелал Марипову плодотворной работы и успехов в его дипломатической миссии. Сотрудники Государственной налоговой службы установили факт нарушения при ввозе из стран-членов ЕС кондиционеров без соответствующих разрешительных документов. В частности, на пункте учета товаров близ контрольно-пропускного пункта «Ахтылек» задержана автомашина, которая перевозила кондиционеры марки «Гри» в количестве 34 штуки на общую сумму 1,4 миллиона сомов. У импортера данный товар не был заявлен в сопроводительной накладной. Материалы нарушения переданы в органы прокуратуры для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.